Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. В связи с открытием Академии настольного тенниса в 2024 году требуются квалифицированные тренеры-преподаватели по настольному теннису. Резюме направлять по адресу электронной почты klub.fakel@yandex.ru. Требуются водители категории Е, ДАПОК, работа вахты в Иркутской области. Проезд, питание, проживание оплачиваются. Телефон 8 968 434 77 77. Приглашаем на работу продавцов-консультантов в салоны сотовой связи в город Оренбург, поселок Южный, село Краснохолм, поселок Сарактаж, Новосергиевка, село Александровка, поселок Адамовка, Новоорск, село Кваркино, Октябрьское, Матвеевка, Осикеево и поселок Тоская. Обращаться по телефонам 8 800 600 7006, звонок бесплатный. Требуется спа-мастер в салон семейного отдыха. Заработная плата 35 тысяч рублей на руки. Обращаться по телефонам 430 778 или 430 777. В развивающуюся компанию на постоянную работу требуются электромонтажники, руководитель проекта в строительстве ВЛ, инженер-энергетик, главный инженер проекта объектов энергетики, бухгалтер, специалист тендерного отдела, а также специалист по технической документации. Оформление по Трудовому кодексу – высокая заработная плата. Телефон 500-800. Требуется продавец-рубщик в отдел мяса. Заработная плата достойная. Телефон 27-89-19. Для восстановительных работ здания в организацию требуются каменщики. Телефон 8-909-605-53-38. На пищевое производство требуются упаковщики и операторы линии. Работа вахтой, проезд, проживание, питание бесплатно. Заработная плата от 76 тысяч рублей. Телефон 8 986 780 3230. Требуется дневной рабочий по обслуживанию бани, мужское отделение. График работы сутки через сутки, заработная плата 17 тысяч рублей. Телефон 8 909 616 61 97. В крупную строительную компанию требуется мастер сантехнического участка. Звонить 427 888. В торговый дом требуется рабочий по обслуживанию здания. Телефон 990929. Требуются разнорабочие на озеленение. Оплата ежедневно плюс бесплатные обеды. Обращаться по телефонам 920469 или 8 922 539 2946. Требуется кондитер, возможно обучение. Телефон 251390. Требуется помощник юриста. Телефон 93-59-88. Требуются автомойщики в дилерский центр «Лада Сервис». График работы 2 через 2 с 8 до 20 часов. Заработная плата сдельная 30% от объема. Телефон 8-961-905-54-09. Требуется разнорабочий и тракторист. Телефон 92-45-23. Требуется тестомес и повар. Возможно обучение. Телефон 25-13-90. Требуется повар-мангальщик. Звонить 8-903-366-92-66. Требуется водитель категории С, а также разнорабочие. Телефон 220545. В крупную строительную организацию требуется слесарь-сантехник, а также монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 427-888. Требуются автомойщики. Звонить 210618. Приглашаем на работу водителей категории «Б» на «Газель». Заработная плата высокая, соцпакет. Телефон 294044. Требуется грузчик, высокая заработная плата. Телефон 92 12 20.
Требуется менеджер, высокая заработная плата. Обращаться 92 11 26. Срочно требуется уборщица. Телефон 8 922 624 0094. Требуются охранники и дворники. Обращаться по телефонам 8 903 360 0544 или 8 987 786 74 71. Требуется продавец в отдел мяса. Заработная плата достойная. Телефон 27 89 19. В сеть парикмахерских Оренбурга требуется администратор и парикмахер-универсал. Подробности по телефонам 8 950 187 63 13 или 405 145. Экоферма «Кушкульские теплицы» приглашает на работу водителя-погрузчика. Заработная плата 35 тысяч рублей. Телефон 38 77 22. Требуются охранники, разнорабочий, а также электрик. Звонить 35 28 27. Требуются сотрудники, шиномонтажники, грузчики, а также уборщица. Телефон 228 248. Требуется слесарь-сантехник. Телефон 8 987 340 1941. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917 770. Частной пивоварне Бирквелле требуются продавцы. Телефон 8 901 115 88 58. Требуется сторож в ночь. Обращаться по телефонам 8 953 456 51 17 или 38 23 02. Требуются водители автобусов на развозку и механик по транспорту. Телефон 66 88 33. В организацию требуются уборщики служебных помещений. График работы с 7 до 16 часов. Обращаться по телефону 8 922 893 13 23. Требуется автомаляр и кузовщик. Заработная плата высокая. Телефон 60 16 16. Требуются охранники. Звонить 92 14 09. Требуется электрик. Оплата от 29 тысяч рублей. Телефон 8 922 829 53 38. Требуются охранники. Обращаться 938 077. Требуется менеджер по продажам и работе с клиентами. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Телефон 8 937 155 45 99. Требуется повар на предприятие. Телефон 43 73 73. Требуется разнорабочий на мойку ковров. Телефон 601 611. На улицу Волгоградскую, 5, требуется администратор в ресторан, а также горничная в сауну. Телефон 97 98 06. Требуются строители разнорабочие. Иногородним предоставляется жилье. Телефон 93 59 88. Требуется уборщица в автосалон. Звонить 43 73 73. В ресторан на постоянную работу требуется повар, а также мойщица посуды, уборщица. Телефон 97 09 21. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Обращаться по телефонам 68 82 65 или 8 922 628 3901. Требуются разнорабочие на демонтаж кирпича. Телефон 24 25 12. Требуются охранники. Звонить по телефону 23 53 13. Военная служба по контракту от 230 тысяч рублей в месяц плюс единовременно 195 тысяч рублей. Право на военную ипотеку, служебное жилье или компенсация аренды квартиры. Бесплатное высшее или среднеспециальное образование для иностранцев, ускоренный порядок получения гражданства Российской Федерации. Обращаться по адресу улица Терешковой, 245/3 или по телефонам 78 40 51 и 78 41 57.
Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.